Привет, друзья! Сегодня я рыбачу один, под дождем. Приветствие записываю уже в середине рыбалки, потому что утром вышел, дождь был. Я сбрасывал лодку в Чкаловке и сразу же быстрым ходом пошел к ЖД мосту, туда, к Волге поближе. Там я одного судака взял. Ну, смотрите видео, что я рассказываю. Пользуюсь я вот такими поводками фирмы ВИН. Самарский производитель, хорошие поводки, все лето я им пользуюсь. Кому интересно, я ссылку оставляю в описании, смотрите. Так, 310. Не понял, на 310. Туда. Ну, в принципе, да, так и есть. Есть, есть удар. А у меня и подсак-то не разложенный. Что-то хорошее, по-моему, висит. Так будем закидывать, наверное, в лодку. Подсак-то даже не разложил свой новый. Прихорот, нашел рыбу. Смотрю, стайка стоит. И одно бревно там хорошее стояло тоже. О, кто ты там, подымайся. Бьется. Вот он, судак. Хороший судак, друзья. Чего же я без подсака-то, а? Так, иди сюда. Иди сюда. И оба. Отлично. Нашел я судака по иховоду. Трофеев просили.
вот она, полторашка где-то. Моя резина отработала, друзья. В синем цвете. Вот одна из последних выливал. Вот он, клыкастик. А? Как вам? Эх ты. Нашел я клыкастого. А? Отличный судак, друзья. Вот это он ударил. Красавец. Так, раз такое дело, надо подсак разложить. У меня новый подсак, друзья. Подсак от релакса. Смотрите, он вот так складывается. Сейчас я вам покажу. Прорезиненная у него сетка. Отлично, крючки не будут цепляться. Значит, вот так раскладывается. Вот. У него здесь есть защелка, которая фиксирует. Тихо, не уходи. Стоять сюда. Стоять, все. Так, ручка идет у нас, смотрите. Ручка-линейка. Я так понимаю, отсюда идет отсчет. Вот, кстати, сколько у меня судак вышел. Давайте посмотрим. Ну, плюс-минус 45 сантиметров. Судачок такой отличный. Значит, смотрите. Да тихо ты, надо в пакет его убрать, а то сейчас все развозюкает. Здесь вот фиксатор, но он чисто как пробка. Вставляется в подсак. То есть вот здесь с этой стороны просто вкручивается он как пробка. И идет, смотря в какую сторону. То есть сюда мы open, сюда lock. Вот, зафиксировали, все. У нас подсак держится. Также можно увеличить его. Есть. Сейчас откручу. То есть вот он выдвигается. Фиксируется. Вот он какой длинный подсак. Ну, я думаю, мне в сложенном виде его вполне будет достаточно. Сетка большая, смотрите. Но я его уже обрыбил, когда с Михаилом ездил на Волгу. Так, пускай наготове. Я думаю, кило 300, наверное, точно есть. Сейчас мы проверим. О. Кило 300, короче, хороший судак. Сейчас я его в пакет сразу уберу, потому что еще дождь обещает. Я сегодня снимаю на одну камеру. Вторую камеру даже не доставал, потому что дождь идет. А эту я хоть под капюшон прячу. Вот моя резина снова отработала. Давайте попробуем еще, он там не один стоял. Там еще, походу, щука стояла в охолоте. Ну, я так думаю. Есть удар. И кто же ты там? Ямку одну проверить решил. Это вот заход в третий затон. Здесь яма такая 7-метровая. Кто ты там? Покажись. Только не сойди. Надо посмотреть, кто ты хоть.
Судак. Судак. Ах ты, иди сюда, в подсак. Есть. Еще один судак. Не зря я зашел ямку проверить. Фу. Я смотрю, здесь спад. И прям видно, бель ходит. С той стороны Самарки заход в третий затон. Здесь мелководье идет, где-то метра полтора. И сразу же свал на 8 метров. И вот как на свале, много кучи бели. И смотрю, кто-то стоит там в ямочке. Вот кто там стоит. Красавец какой, а? Вот еще один зачетный судак. Но это поменьше, это уже около килошного. Тот, конечно, покрупнее. А, тихо, тихо, тихо. Блин, сейчас я тебя еще упущу. Тихо. Отдай мне резину. Ну вот снова моя резина, друзья. Сегодня работает тёга в синем цвете. А-ля селекошка от рыбалки 63. Отдай. Не откусывай хвост. Ну-ка. Вот такая тёга. Если я не ошибаюсь, это 3 дюйма, что ли. А, 3,4, по-моему. Вот он. Еще один судачок. Опа. Красавец, а? Вот это красавец. Сейчас мы его сфоткаем для Инстаграма. Кстати, переходите в Инстаграм. У меня ссылки в описании все есть на мои группы. Ах ты ж. Сдернул резину, что ли, тот. Ударчик такой слабый почувствовал. Начал подсекать. И он завернул мне ее. Я порвал, смотрите, что. Прям в поводок. Слабый ударчик почувствовал. Надо перецепить, наверное, резинку уже. Вон он, кто-то гоняет там возле коряк. Ну это поверху. Жерешок, наверное. Удар был, нападение прям. Резину сбили, прям нападение удар был. Причем, так скажем, далеко от дна, в толще воды. Друзья, все, буду собираться. Чего дома не сидится в такую погоду? Но ничего, зато два судака поймал. Рыбу я нашел. Я счастлив. Смотрите, значит, на подсак оставлю в описании ссылку. Ну, также в описании у меня есть ссылки на мой контакт, группу мою ВКонтакте. Переходите, если кому интересно, приманочки там можно обсудить, посмотреть. Ставьте лайки, дизлайки. Всем здоровья, пока!